Подрастающее поколение о малой родине. Ко дню рождения Ульяновской области в Доме музея Ленина открыли особенную выставку. На картинах пейзажи, изображающие самые разные уголки нашего региона. Их нарисовали воспитанники 6-й детской школы искусств. Стоит отметить, что при подготовке работ ребята вместе с педагогами побывали во многих уголках нашей области. А студенты вузов и средних специальных учебных заведений стали первыми посетителями выставки. Они побывали и в Преслонихе, и в Кузоватово, и в Измайлово, и в Сурском, и Крестовых городищах. И эта выставка глазами детей, их творчеством передает необыкновенную красоту нашего края. И подтверждает эта выставка наш девиз нашей области – Ульяновск – родина талантов. Увидеть творческие работы юных ульяновцев можно до 23 марта.